В комнате были следы борьбы. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? Следы борьбы? Ты о чем? Someone was attacked. Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала на попадавшего и только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я ничего об этом не знаю. В ту ночь... И я пьян был, ничего не помню. Я проснулся, когда уж их уже не было. Может, твои люди что-нибудь слышали? Да я из всех по три раза расспрашивал. Конечно, ничего, никто ничего не знает. Nothing. Я нашел куклу. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. О, о кукле? Что мне такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Да я сам бы для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Зиме. Тамара видела чародейку, ту Трис Меригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Но я взял, сам сделал ей эту штуку. Вова, если сейчас из душа фото отправлю, ты откроешь? Да. А что надо открыть? Я могу прямо сейчас посмотреть, вообще не вопрос. Пожалуйста. Shameless Melon. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать на канал и приятного тебе просмотра. Shameless Melon. Я запомнил три с другой. This is Triss. Без обид, но кукольная из тебя говен, кукольник из тебя говенный. Я поглядел бы, какую бы ты куклу сделал из куска дерева и пары тряпиц. Откроет что угодно. И всем, чем угодно. Mr. Darkness One. Добро пожаловать на канал, приятного просмотра. Спасибо большое за ваши фолловы. Катя мне Анджелина Джоли напоминает, есть общие черты. Ну да, есть такое немножечко. I'm Dennis Konkov. Спасибо большое за фоллоу и добро пожаловать. Ты знаешь, что это за медальон? Recognize this amulet? Да, yes. Аннетта носила его последнее время. Any idea where she Ты знаешь, откуда он у нее? None. Понятия не имею. Cunning women in the area? Ворожей есть, старый чудило, живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья есть, подлесье. Если она это ходила кому-то, то, скорее всего, колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Пойду к колдуну. Он говорит ему так, хорошо, вот после этого и двинулся, вроде как он духов видит с козой. Мне личная жизнь? Пэм-прэм. Заткнись. Я не понимаю, многие так говорят, вы слепы. Катя у нас уникальна. Единственная и неповторимая. Мы-то как раз вполне себе зрячие, а нам фото не кидают. Я тут сижу, это судорожно ВК обновляю, если что. Не подумайте ничего. So Siri was here. Так, это комната Цириллы. The spinning top. Волчок? Gretka's toy. Вряд ли, а вот гречки. Гретки. Осмотреть комнату, в которой жила Цири, используя ведьмачьи чучьё, пойти на кухню и поговорить с Греткой. Ну что там, Вова, нету? По-любому нет. Пока что еще нет. Я только что проверял. Мамика, спасибо большое, Мамика, за твой фоллоу. Добро пожаловать.
Нет, малек. Тут там все четко. Более чем четко. Там же ж не просто так сравнивали с Анджелиной Джоли. The natural obscurity of curses led the human Bredevoort to dedication to the Baron's wife. This seems they had friends in high places. Спасибо большое, мамика. А я походу еще не все смотрел. Да, вот точно. Siri must have used these. Это, наверное, Цири. Вещи. Похоже, она уехала в спешке. Отлично. Это мы с Греткой идем, походу. Да ёпт. Что там, Ктаур? Вместо Арама выбрал обычку. О, понятно. Это на 40 минут, да, походу, было? Потому что я белый волос с медальоном волком. Цири мне рассказывала. Что говорила Цири? Я нашел игрушку в комнате Цири. Мой волчок. Где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Что говорила Цири? Ну да. Она говорила, например, куда собирается или зачем она здесь. Говорила, что она ищет тебя и чародейку, только ты здесь, значит, она тебя не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла. О каком друге ты говоришь? Ну как это какому? Другому своему? Она сказала, что... Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасти. Ты знаешь, где Цири? Нет, однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камушек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько, я никому не показываю, он очень ценный. Пока. Спасибо, иди играй дальше. Я не играю, я помогаю. И играл с... Давенами почти час, чтобы просрать Нувьё. Это классика жанра для Лола, Ктаур, ты же сам прекрасно это знаешь. Ну что, ребят, здесь, по-моему, все, да, мы прочекали, посмотрели. Можно наконец-то как-то там... Господи, какие некультурные люди в натуре. Так, найти ведьму самостоятельно или расспросить о ней жителей Подлесья. Я не знаю насчет вот этого задания сейчас в данный момент. Думаю, может быть, взять какое-то другое для того, чтобы не концентрироваться. Ну, например, заказ какой-нибудь сделать, да, поговорить вот с заказчиком. Клекатун, например, сделать заказ. Почему бы и нет, как вы думаете? Сейчас было очень много сюжетки. У нас тут, кстати, еще... квесты. И с вот этим вот давайте побазарим, да? Стоп, нет, вернись, все нормально. О, фото открыл. Да нет, еще фото. К сожалению. Настя Черныш, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать на канал. Давайте сыграем в гвинт. Yearning to play a few rounds of Gwent. That ought to set me straight. Спасибо большое, Настя, за твой фоллоу.
Так, что у нас здесь? Да, в принципе, по-моему, я ничего менять не буду. Новых карт, по-моему, особо и не было. Доминика 26. Спасибо большое тоже за фоллоу. Добро пожаловать на стрим. Этот чувак один бесполезен. Хорош. Плохо. Так, ну что? Да я буду, наверное, сразу карту брать. Ну такое. Хотя, походу, нет. Походу, это та самая карта, которая нам и нужна была, ребята. Прямо вот именно то, что нужно было. Что, будем ходить? Или сольем? Давайте сольем. Майс 4 единицы. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Приятного тебе просмотра. У него все равно, ну, по-любому, когда вот в такую колоду играют, это 100% еще куча таких чуваков будет. Поэтому, в принципе, здесь мы что будем? Давайте все-таки мы начнем с баллист, с третьей линии и бафнем ее вот единичками нашими. Это тоже все первая линия, да, все окей. Он может выбирать, куда ставить ее. И вот эти вот еще две карты поюзаем потом. Нет! Так. Противник спасовал. 6. Нет, вариантов на самом деле просто других не было, и все. Так, ну что, я бы начал с лукарей, наверное, все-таки. У меня есть лед, и если он будет сейчас опять первую линию ставить, а он будет ставить первую линию по-любому, нет? Окей, ладно, у меня все равно выбора не особо много. Это последний файт. Ага, вот, пошел. Ну, блин, сейчас наш лед будет играть тупо против нас, если честно. Влад Бугаев, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал No Game No Life. Вот это жесть просто. У него две карты. Ха-ха-ха. Вот это вот такой себе ход. Самому себя подставлять. Нос начал чесаться, ребят. Почему же это? Нет! О-о-о-о. Повезло. Карты просто выкидывает, непонятно зачем. Просто так. Даешь мне карту? Так, покажи мне свой товар. Давайте глянем быстренько. В принципе, он же кузнец, да?
Так, и что дальше? Мне нужен мастер-доспешник. А ну, что он хотел сказать? Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. You wish. Don't listen to her. Не обращая на нее внимания. В последнее время она всюду сует свой нос. So, what kind of armor are we talking about? За доспех тебе нужен легкий, прочный, чтобы не сковывал движение, чтобы... Короче, классный. Дайте мне классный доспех. And how about it? Wipe your arse after you take a shite in the bushes. Так, хорошо, хо-хо. Что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен? И гузно тебе подтирать. Достаточно, чтобы он был прочный и легкий. Comfortable, strong and light will do just fine. Послушай, с доспехами вот так вот такое дело. Он прочный, да не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Унтрике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда разговаривала с клиентами. Не морочь людям голову этим своим скеллигими... Что-то там. My granddad would go to Unvik for his armor. Said Tordorok folk made the best. Я помню эту женщину, кстати. When a giant ravaged their island, inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Проверить стоит. Если найдете инструменты, вы сделаете для меня панцирь. Тогда да, но только тогда. Известно, где находится кузня? Yes. Говорят, она была на какой-то пещере на северной стороне острова. Будьте здоровы. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Спасибо большое, человек с очень сложным ником, за твой фоллоу. Так, у нас здесь еще есть задания. Мелкие я не читаю, обычно просто их подбираю. А вот здесь вот надо будет почитать. Гвинт, требуются новые игроки. Клуб игры в Гвинт Шулер, располагающийся в Вронницах, приглашает новых членов и противников. Мы будем рады опытным соклубникам. Кто же в Гвинте не разбирается, того научим. Деньги, проигранные в период учебы, не возвращаем. В период учебы не возвращаем. За подробности обращайтесь та-та-та-та-та. Окей. Кулачные бои. Всякий, кто может испытать себя в суровом поединке для настоящих мужчин, приходи к нам и сразись лучшими бойцами в округе. С кузнецом, Стахом, Рыбажором, Йоханом и Сержантом. Бойцовский клуб. Скачки. Если кто еще не слышал, мы тут устраиваем скачки. Кто... хочет с нами, заходи ко мне, все расскажу. Только сразу говорю, перед скачками придется заплатить. Так что если в кошеле пусто, то и не суйся. Окей, задание. Ребят, чего все замолчали? Вот скажите мне, пожалуйста. Прям вообще гробовая тишина стала. Карта мира. Все, Катя типа ушла, все молчат. Да, вот здесь заказчик есть, поэтому пойдем сейчас с ним поговорим. Здесь рядышком. Все спят, пока ты в Гвинт играл. Всем очень скучен Гвинт. Так он же ж несложный. По крайней мере, тот, который в Ведьмаке, я имею в виду. Так, вот здесь вот чувак. Давайте посмотрим, что он там нам расскажет. Greetings. Привет. Yeah? Ну? Насчет заказа... Heard you have a problem. A monster you call a Shrieker. Ну да, завелось.
Коров таскает коз, коровка таскает коз. Если человек попадется, тоже и не побрезгует. Божи у него милости в охотниках служил. Сказал, что у него хватит и что он эту бестию прогонит. Взял топор и сел в засаду за рвом со стороны полей. Там его и нашли. Кишки по всему, по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Все, I'm back. А где ты был? Награда слишком мала. Я знаю, что времена тяжелые, но мне нужно кофе немного больше денег. Больно много вы хотите. А, зараза. Да блин, дурацкий этот провод. I suppose I can add that. Можно и докинуть немножко. Вы заради нас головой рискуете? Я принимаю заказ. Самое время при этом заняться профессионалом. Кто может рассказать о нем побольше? Borzoi's son Simko does. Saw the aura with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Still mourns his father, methinks. Well, I find him. At my homestead, I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. Hunger's turned this one pale. Так, сзади, чувак, с которым надо поговорить. Can we talk? Можем поговорить? Оставь меня. Успокойся, я... Оставь, говорю. У них такие дети здоровые. Майк. Вова, давай играй, потом посмотришь. Там очень лично, извините, ребят. Я хочу отомстить за твоего отца. I want to avenge your father. But to do that, I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Tell me what it looked like. Something like a вроде петуха, только здоровый, и хвост как у ящерицы. With a lizard's tail. Я слышал, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу. А тут дядька в кустах лежит. В животе у него дыра и стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Я его решил притовошить. Успокоил, короче, ребятишку. Вове очень понравилось. Я в восторге просто. В дичайшем. Я вот смотрю все это время, как... все это время кто-то нудно... мало... Что? Не понял немножко. Вот смотрю все это время, как-то нудно, мало динамики. А, ты имеешь в виду про Ведьмака? Как-то нудно и мало динамики. Ну... не знаю... сложно сказать. Мне очень сильно нравится. В Диосе побольше динамики, как по мне. Возможно, это же самое-самое начало вообще, в принципе. Вот скоро не может... Вова не скоро, скоро не сможет найти... не сможет геймпад держать нормально от мозолей. Ну да. Так, ну здесь, в принципе, рядом, да? Ага, бегаешь, читаешь карты всякие. А ты не играл, Майк, разве? Смотри, тут квестик еще один. Ну это РПГшка, это же РПГшка. Выходи. Сойдемся в поединке.
Сначала собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, я говорю. Не, я не играл. Я тебе очень советую, если честно. Очень советую. Очень крутая игра. Что ради прекрасной девы ягодки 100 рыцарей поединков, рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу, у меня еще 99 боев останется. Почему ты так хочешь со мной драться? Дьявол подинамичный, как по мне. Ну, Диабло, это же совсем, ну, чутка не то. Чутка не то, Майк. Немножко другой РПГ совсем. Фрост стерил. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал. Приятного тебе просмотра. О, понятно откуда, мозоли, а у тебя-то откуда? Довольно пощады. В этот раз тебе повезло, но когда мы сойдемся снова... Уйди с моих глаз. Возвращайся к Деве Ягодке, пока не придумал и не пересчитал тебе кости, пока я не передумал. Мне непонятно, откуда у Вовы мозоли. Так, все, мы движемся дальше, да, вот к тому. Как раз по заказу мы идем, в принципе. Собаки лают просто не переставая, мне кажется, на протяжении уже 5 часов почти. Вот он тебе потом сам расскажет о этой увлекательной истории про его трудные трудовые мозоли. Нет девушки, вот и cool story. Ну вот Ктаур прав, как бы. Еврос, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Ой, наивный, есть у него все. Тут где-то, видимо, чутье надо использовать, да? Есть у него все, а девушки нема. Ну что, давайте посмотрим. Вся морда в крови, дрался до последнего. Следы путаются, монстр зашатался, наверное, он был ранен. Кровь монстра. Или есть, но даже две. И все под рукой. Или под столом. У меня вот тоже девушки нет. Но это не удивительно. Данил Паладин, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал No Game No Life. Спасибо большое. Куда-то сюда идти, да? Следы ведут в пещеру. Может даже больше двух. На каждый день кто-то новый, конечно. А вот это зря, неудивительно. Неудивительно, ты же страшная. Да, я именно это имел в виду, конечно. Вот прям вообще именно. Ничто иное, как это.
sounds coming from above. Флорены. Ребзики. Стой, так что ты делаешь, Геральт? Не вовремя ты решил заняться. Кто? Что? Тихо. Тихонько, я еще не все деньги забрал. Ай-яй-яй, чё что ты кричишь? Забился в пещеру и не вылазит, значит, выкурю его бомбами. Радезмай 1. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. На самом деле у меня есть другое фото, воу. Выгнать из логова с помощью бомбы. Спасибо большое за фоллоу. Ой, не туда нажал. Где мои бомбы? Мне типа туда надо кинуть его или что? А как? Типа вот таким вот макаром, что ли? Похоже, пусто, он забежал через другой выход. Надо его поймать, пока он что-то там. Какие же у тебя фото там есть? А? Ты меня дразнить собралась сегодня вечером или что? Ну вот и он. Догнать? А как его догнать? Постой. А, просто, да? Ну я не буду его сейчас кидать, а то ты подавишься. Окей. What now, you piece of death? Ой! Нифига себе он. Почему, кстати, на боссах... Почему на боссах нет лока? Только на мобах есть лок. А, блин, ну как я это, по-твоему... Он меня так коцает сильно. Клювокрыл с Гарри Поттера. Ну, тот клювокрыл был помилее, если честно. Я даже не знаю, что делать. У меня ласточку бы выпить, если честно. Я сейчас сдохну просто, да и все. Да, прикинь, но это просто кровотечение. Надо ласточку сюда ставить. Я не ожидал даже. На всех есть лок. Почему я сейчас лочу, он не лочится? Кать, ну ты смотри, я после стрима спрошу с тебя. Арбидол 53. Привет. Добро пожаловать на стрим. Виндреф, добро пожаловать. Алмайкти Алёша, кстати. Алмайкти Алёша. Добро пожаловать. Привет, привет. Давай.
Стоп. Ну как-то так, наверное. А, точно, еще забыл, надо же бомбу поставить, да? Отойти. Окей, теперь пойдем. It's not here. Must have fled through another exit. Gotta nab it before it gets away. There it is. Won't get away this time. Бум-бум-бум-бум-бум. Я надеюсь, в этот раз получится, я не знаю. Вообще, если он вешает кровотечение, нам бы какой-нибудь эликсирчик от кровотечения. Было бы вообще неплохо, вполне так. Да, хорош стреляю. Как в него бы так попасть? Автоматически он не попадает же, правильно? Ну и как? Вот ничего не лочится абсолютно. Спасибо большое за фоллоу. Савио 45, спасибо большое. Он не лочится. Опять атака. Ничего не лочится абсолютно. Спасибо большое за фоллоу, в одну минутку я чуток занят. КВН кровотечение, кстати, снимает, в принципе, норм. Как-то тяжеловато, если честно. Ай, блин, сейчас отвлекся и все, сразу же послал. Ладно, все равно в откате был. Ух. Плохо восстанавливает хп эти штуки. Фух. Аккуратно. Показывает, что он лочит, как бы я вижу, что визуально он вроде закреплен, то есть ладно, хорошо, я разобрался.
Давай. Как я так промазываю, не могу понять. Ой, тихонько. Спасибо большое за фоллоу. Минуточку. Ай-яй-яй, тихонько. Там уже на пол шишечки осталось. А, отлично, у нас получилось. Капитан Фантастик. Спасибо большое за фоллоу. Гуана Бана 123. Спасибо тоже за фоллоу. И Рон Ви КС Голд. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал No Game No Life. Добро пожаловать и приятного просмотра. Основная проблема, как по мне, сложности норма, это до 30 левела все враги довольно сильные, но после это куски мяса, бегающие и летающие. На мини-босса входил уже без зелья, эликсиров и прочего, только меч, только скиллы и ворота. Ну, да, ну, местами, как бы, видишь, я тут одну ласточку выпил на всякий случай просто. На норме вообще без зелий и прочего проходил с самого начала. Ну, я первый раз, когда проходил, ласточку вообще не юзал. Погнали получать награду. Move it. I like to move it, move it. Куда я скачу, объясните мне, пожалуйста. Это можно обойти, нет? Стоп, куда мы вообще плывем-то, а? А, мы просто полностью оббегаем, да? Саму эту фигню. Аркавуч. Или Аркаву 4. Спасибо большое за фоллоу. И добро пожаловать на канал No Game, No Life. Уже почти подплыли. Геральт, ну соберись, господи. Сколько лет уже, блин, ездишь? Почти 100 лет, блин, на лошади ездишь до сих пор как рак. Честное слово. Ради интереса ходил на кастовал зелье, дабы по канону было. Ну и первый раз Ведьмака играл. В третьем зелье не особо важны, но вот в первой части они там сильно влияют. Первый и второй, первый не играл, во второй там чуть-чуть совсем вообще не считается, мне кажется. Такое дело. Я насчет заказа на Клекатуна. Клекатуна, не знаю, как правильно будет, если честно. Shrieker won't trouble you anymore. Вас больше не побеспокоит. Вот, спасибо, мастер Ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку. Да? Сохраните деньги для Шимка. Keep the coin. You took in an orphan. Ты взял под свою кровь сироту, так что тебе важнее. О, говорят, Ведьмак не человек чувств. Не знает. Спасибо вам. Всего от сердца. From the bottom of my heart. Первый Ведьмак, Федя Мак, это чистый RPG, а со второй части начался экшен такой. Федя Мак. Ну что, ребят, давайте посмотрим следующее задание, которое у нас есть, да? Что может быть? Ведьмачьи заказы, понятно, здесь все окей. С 30 левела мы пятые.
Дикое сердце. Давайте посмотрим, где этот чурбан. Вот, он рядышком здесь. Давайте туда и погоним, да, наверное? Чё б нет. Чистая RPG — это классика. Балдур, Fallout. Ну да, да, да. Fallout 2 до сих пор с упоением вспоминаю. Потрясающая игра. Хочу в ближайшее время даже переиграть. Надо просто уделить этому время. То есть забросить консольку там, да. Я имею в виду не стримы забрось, а именно консольку. В плане свободного там какого-то применения. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники что-то там разорили, короче. Починить надо часовенку. Давай, 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 я помогу тебе, давай. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Звучит опасно, я помогу тебе. Fallout не играл, я помню Sacred. Вот это была игра. Во, Факмана играть будем? Done. Прости, пожалуйста, кого? Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Ведьмачье дело со злом бороться, а хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Я все восстановлю, если буду будет по дороге. Арам норм прилет. За Юи и Брама по два раза. Неплохо, неплохо, Ктаур, поздравляю. Ватмана? Не, ну где я тебе его возьму? Вутмана? Факман? Блин, определитесь, либо это Ватман, либо его факмобиль. Нет, ну блин, серьезно. Вот без Бэтмена. Мы максимум, во что мы, может быть, поиграем, это в нового Человека-паука. Спасибо большое за фоллоу. Хенри Квайтес 07. Нахджик из... Господи, какие у вас сложные ники. Спасибо большое за фоллоу. Спудиман, да. А чё ты Ктаура за это замутил? Slower. За шо? Бэтмен, который Акхам, или как там, я не понял, Бордлхейс. Потому что сволочь. Да ну не гони, Квинси, ну Факман, что тут такого плохого? Так, давайте как-то так более явные матюки будем ему-то давать. Потому что вообще никакой свободы. Аркхам Кнайт. Ну, если взять, то в принципе Аркхам Кнайт, ну можно попробовать, да. В принципе, я не против. Точно так же вот Квинси предлагал поиграть в Нио. Я там русское значение употребил полового органа. Завал, правда. А, ну если это... Я понял. Бан ему.
О! Чтоб знал. Квинси Рип. Ладно, окей, хорошо. Ты его нашел? Чего тебе? Твоя жена пропала? Когда ты последний раз видел твою жену? 5 дней назад, на рассвете. Я ходил на охоту, она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты заметил что-нибудь подозрительное? Нет, она вела себя веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала. Если ты об этом. Ты искал ее? Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет, моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сказала, сколько раз говорила, что она одна не ходила. Мы с мужиками прочесали лес, ни следа. Нет, сколько дали? Это там 30 секунд, анархия. Кирилл 365, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Это если, короче, модеру дают мут, у него снимается автоматом модерка, походу. Мы с мужиками прочесали лес. Так, я поищу ее, пойдемте. Поспрашиваю еще людей, она тут с кем-нибудь дружила. Ганя была, то есть она и есть, скорее, скрытая. Она с детьми кузнеца приглядывала, а в деревне больше всего с Галеоной сошлась. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. Спасибо большое, Кото-Кот, за твой фоллоу. Добро пожаловать. Дай ему еще мут. Как так-то, господи, это ж тот квест с волколакой. Да, 10 из 10. Вот это, да, типа квест, который мы сейчас будем делать, Бордл Хейс? Вова, не убивай волколака. Спросить соседей о Ганне. Можно буду говорить Ганне, потому что это как-то более созвучнее. Ганна, блин, Ганна. Шо Ганна? Артём Стеклов, спасибо большое за фоллоу. Я понял, Хейс. У меня в продаже только хрящики и шпик, но придется обождать, пока я все разделаю. Мясник Велени — это роскошь. Сударь. Да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом что-то там того шились, да? Я теперь напавшую скотину разделываю. Кости всегда суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? Спасибо большое, ребят, за ваш фоллоу. Вайндромер. Лерик. Спасибо большое за фоллоу. Я хочу спросить Ганну. В последнее время у нее было все в порядке. Ты не знаешь, откуда, куда она делась? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Прикиньте, да? По ночам волчий вой слышно. Она, небось, в лес пошла подальше за грибами. Может, она... вот на нее зверюги и напали. Прощай. И у нас еще, да? В смысле, так она, походу, сама, да, превращается все это дело. Ну и меч. Мой тятя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый.
Нужно поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь мне все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте на Виград. Хочу спросить о Ганне. Ганна. Она приглядывала за твоими детьми. Тетя Ганя. Поэтому я пришел к вам. Собирается. Почему, как только не зайду на стрим, Катя, либо закат только что сфоткала, либо из душа вернулась. Ну, потому что в этом во всем Катя. По круге стая волков завелась, никто из деревни в лес не заходит. Один только Нелан не боится. Но так ведь он охотник. Кто был с Ганной? Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. Нет, она впереди шла. Я ее не видел. Будь здоров. Thanks. Ой, задел, сорян. Well. Кузнецом можно в гвинт поиграть? Да, можно. Ханна Виндиго превратилась не тут. Ханна Виндиго превратилась, не надо тут. Парсена... Парсенаден. О, у меня получилось нормально. 2017. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал. Приятного тебе просмотра. Перекинемся в картишки. Ставочку. Up for a few rounds of Gwent. Хочешь прикол скину про Факмана? Конечно, конечно. А чё Факман, я не могу понять. В принципе, меня устраивает. Но только... Ну ладно, может быть, не знаю. Ну вот эти две карты, это так себе, если честно. Ладно, проехали. А я как не зайду, Катя обсуждает. Так, друг, ну что мне тебе тут сделать, а? Не дают поесть спокойной ночью. Квинси, скинь в личку, пожалуйста. Я сейчас не смогу ж посмотреть. Так, ну что мы здесь имеем? Я не знаю, я скину. Он выкинул, в принципе, две карты. У меня на три карты больше. Давайте мы, наверное, все-таки это... Противник спасовал. Ну вот, пожалуйста. А мы сейчас вот так сделаем просто. У меня как бы нет просто какого-то количества третьей линии. Там баллист, я имею в виду, и такого. Поэтому можно один скинуть. И он сильно много роли не сыграет.
Так, третья линия, вторая линия. На первое есть что поставить? Ну, такое, если честно. Ну, хорошо, давайте поставим. Поздно, я уже жирная. Вот это плохо. Вот это плохо. Ну, давайте тогда им что, и мы ему так сыграем. Чё, нет, да? Вот мы забрали эту бафающую карту, сейчас поставим еще одну и пробафаем немножко. А, понятно. Что надо? О, а вот это плохо. А вот это плохо, он карту взял. Хейс, ты тут? Йоп. Хорошо, чё куда? Чё куда? У нас только свободная третья линия, в принципе, у меня только одни лучники. Ну, ладно. Слушайте, подождите. Вот теперь даже не знаю, что делать. У меня есть вот такая штука, я могу с этого шпиона, получается, забрать к себе. Но пока что в этом тупо нет смысла. Пообщались, ребята, да? Короче, я просто выставляю дальше. Вот это не очень приятно. Давайте повторим просто ту же самую карту. Мгла, да? У него три карты, у меня две. Я ее просто скинул, скажем так. Это плохо, ребята. Это реально плохо. Да. Мы сейчас проиграем, походу. Ну, у меня есть только один вариант, как бы можно рискнуть, скажем так. Ну, в этом нет никакого смысла абсолютно. Шпиона бери. О! Нет, не хватает, прикинь. 32, не хватает. А. Не хватило, Гомер. Я не хочу, мне там минут на 15 прилетит. Yeah. Up for a few rounds of Gwent. Так. Ну что, еще раз. Хорошие карты со шпионом выпало, но... Немножко, конечно, не хватило чуток. Лишний ливень не нужен. Чего у меня много? Первой линии. Нет. Я ставлю, наверное, Квинси у меня. На меня намекает 100%. Ставим. Божественная карта, вот серьезно. Шпиона сразу кидаем туда. В принципе. 6. Что, будем выигрывать? Почему бы и нет, да? Заберем сразу.
следующую отыграем. Квинси, а я леди, аж в двух местах. Блин, хотел бы я узнать, каких. Ну что, давайте тогда начинаем с больших дядек. В принципе, можно было бы... Да, ладно, уже никуда деться. Нет, 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 нет. Ты просто повторяешь за мной, что ли? В принципе, можно тупо задавить его, попробовать сейчас, да? Не знаю, получится, у меня бафаться особо нечем. Ну как, есть один баф. Плохо, что у меня используются в данном случае сразу все три линии, потому что у меня есть три бафа как раз по этим всем трем линиям. Чуть-чуть пробафались, чуточку. Блин, у меня много вот этих вот карт. К чему? Так, хорошо. В принципе, 15-19. У меня 11-15. Ставим туман. Да, у меня на один больше получается. Отлично. Вов, это так Миракл сказал. Я хз вообще, что это за места. Я надеюсь, хз это аниме? Нет, нет. Нет, Квинси. 18-18. Баг, да, именно баг. На 8 больше. Нет! Мы выиграли. Карту дал? Грифон, да, есть карта. Let's go. Найдите в лесу следы Ганны, используя ведьмачье чутье. Ой, я куда-то свернул не туда. Блин, у меня на мониторе такая насыщенная картинка, прям смотреть сложно просто. Ведьмак? Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить, перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза по столько, сколько обещал Неллен. Только скажи ему, что она умерла. Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь Велени, если кто-то
пропадает, то никогда не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллен примирился с этим и начал жить заново. Тебя нет дела до сестры? Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. Все хотят узнать со своими близкими. Что мне это даст? Сестре меня не вернуть, а кроме Неллена никого у меня нет. Да, походу я понял, нет. Я не хочу его потерять, а ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Нет, я ее найду. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду говорят о вас ведьмаках. Нет у вас сердца. Все люди по-разному говорят, да? Даже ни капли не страшно, все равно буду слышать Вову, а это главное. Не, я не буду ей доверять, не хочу. Это какой-то мутняк. Серьезно. Тебе так не кажется? VTGT Влад, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Приятного просмотра. Ну, ищем ведьматим чутьем. Ага, вот что-то нашел, да? Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. Лимепр, спасибо большое за фоллоу. Must be Hannah. Должно быть, это Ганна. Она буквально разорвал ее на куски. Оу. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. Прикиньте. Даешь хардкор. У нас Dark Souls будет, если ты, Майк, об этом. Параллельно с Ведьмаком. Вот видишь, она умерла. Ну да. Это, скорее всего, сделал не человек. Смотреть тело. Раны резанные, как от длинных когтей. А здесь вырваны куски мяса. Хоррор. Будут хорроры. Хорроров будет много, Майкл, серьезно говорю. Будет и Outlast, и Амнезия, и Холод будет. Что там у нас еще будет из хорроров? Evil Within будет. Иди забирай X2 награду и говори, что она умерла. Не хочу. А почему? Зачем? Квинти, зачем? Это ж интересный квест. Зачем так проходить его? Найти логово волкалака, используя ведьмачье чутье. Следы и кровь, ладно. Интересно, куда они меня приведут? Shit. Зараза, он забрался на дерево, я туда не залезу. Maybe find something else on the ground. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Хорошо, ребята. Ну, давайте голосуем. Убиваем в волкодава или нет? Ну, так он же ж убил сестру. В смысле, подожди. Разве это круто? Убиваем? Майк за убиваем? Нет, не убиваем, Гомер. Я тебе так могу сказать, что будем, если... Нет, не убиваем. Если пойдешь убивать его... Возвращаемся и говорим, что... Короче, нет, да? Нет, три нет, один да. Так что, в смысле Бордлхейсен? Нет, я что-то не понял. Ну, мы не убиваем, получается, его.
Еще голоса нужны тогда. Тише, иди его, иди забирай награду. Ну, у нас пока 2 на 2 получается. Двигай. Но мне, честно сказать, мне интересно не убить его, потому что я его когда-то убивал. Ты меня вынуждаешь, братин, сделать плохой поступок на 15 минут. Зачем награду? Ну, я за то, чтоб нет, если честно. Потому что Вове нужны деньги, если он его убьет, награды не будет. Во-первых, зачем мне нужны деньги? Но я бы все-таки, наверное, не убил вот сейчас. Блин, я хоть надо же поставить метку, а то я сейчас так буду долбить. Давайте все-таки попробуем не бить его, ладно. Я и так все деньги в основном всем оставляю. Че уж тут. Да я его убью на данном уровне. Дело ж не в этом. А, нам не сюда, походу, да, нужно было бежать. Марина 519B. Спасибо большое за фоллоу. Тем более хватит пожертвовать. Привет, ребят. Ведьмак не должен бомжевать. Он должен питаться таежными котлетками. Ой, привет. Какое-то озеро. А где? Здесь, по-моему, это было или что? Я уже подзабыл на самом деле. Солдат барона. По-моему, это ж не это место, да? Ханс вон Хан. So long. Спасибо большое за фоллоу. Ты рассказать, что это за оборотень? Я приблизительно помню. Ну, плоховастенько, правда. А вот Глена. Стойте, подождите, напомните, к кому подходить. В квестах поищи. Это к Неллену нужно идти, да? Чё ты в городе забыл? Я иду квест давать. Купец. Солдат барона. Он же не сможет его сдать.
Почему я не смогу его сдать? Крестьянин. Крестьянин. А где он находится, этот муж умершей бабы? Я завтыкал просто его месторасположение. Кто-то помнит или нет? Ну, это к ним к Неллену нужно. А где Неллен находится? Короче, ищи в оборотне. Ну, ща пойдем искать, чё. Я просто, ну я нашел как бы боевку вот эту, но я не вижу как бы самого Неллена в принципе. А вот походу нет, нет, это купец просто. Да ну я запарюсь его искать реально. Короче, пойдемте искать его. Блин, мне прям уже интересно и реально стало, куда он делся. Чё ты кричишь? Я в шоке, реально. You, white one. What's your business? Bloody Baron know you're here? Могу сказать, но это спойлер. Вот Маргарита, это ж та самая. Но это вот та самая женщина Маргарита, это же она. Тут его тупо нет, чтоб вы понимали. Нет, сестра со мной не разговаривает. Сестра со мной не под... Да, я нашел этот дом. Он находился именно здесь, прямо перед дверью. Он не разговаривает. Видимо, либо мы перескочили на какой-то вариант, нужно было раньше сдавать его, либо нет. Так что сорян, походу. Говорите, где он? Ну давай, говори. Он где-то стоит, типа. А ну, запили. Интересно. Итак. Ну, возле дома своего его нет. Он, по идее, вот здесь вот должен стоять. Вот именно вот здесь. Мастер
Witcher, there's an elven burial ground in the caverns near about Midcops. And you hate the monsters roaming about it. Пойдемте, короче, искать его все-таки. Попробовали сдать его, в общем, в итоге не получилось. What do you want? Want to talk to Blade the Master G2A. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Пермач Жиза. Так ты опоздал, сейчас мы с ним будем болтать. Чего вам надо от ворожея? What do you want from him? To give him what he deserves. Пускай получит, что заслужил. Он проворожил и сказал, мол, у Эдрика кишки плохо уложены, и велел есть рябину. А Эдрик этой рябины в нужнике, считай, поселился. От этой рябины в нужнике поселился. Я вылечу Эдрика, вы пойдете отсюда. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone for good, спойлер, полагается бан. Не полагается, если я попросил. Yes or no. Fine. Ладно, говори. A tea of mullein leaves for his belly. От желудки, да, от желудка дайте ему отвар коровяка. А место, где есть сыпь, вот, блин. Короче, если у них не получится, они придут назад и на того же. Надо внимательно читать, просто не отвлекаться от... Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Это уже другой квест вообще-то. К ворожею потом зайдем. Я не понимаю, чем бан от мутан. Ну, мут это тайм-аут. Типа, тебе дают просто тишину, ты не можешь писать. А бан это бан, ну, тебя банят. Блочат твой ник. Мут на время, да. Не, ну бан тоже может быть на время, поэтому существует понятие перманентного бана. Клок шерсти. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Уже давно. Не мылась эта тварь уже давно. Найти логово. Филипп Пепази. Спасибо большое за фоллоу. Ой, куда я вылетел? А, вот почему Вова бесился, когда я говорил, что меня банит Квинси, поняла? Да, да, да. Именно поэтому. Что, почему я не могу найти? Cool story, бро. Где-то здесь в округе же должна быть эта штука. Что я не вижу вообще ни в какую. А, о, 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 о. Куда? Куда? Куда ведет? Нет, отсюда, получается, туда. В эту сторону, да? Я его первый раз не заметил. Да-да-да-да, вот сюда. Хотя была бы чисто плотной волколакой. А, ну вот домик мы нашли, типа, да? Тихо-тихо-тихо, Геральт. Сосредоточься. Shredded, but no sign of blood.
who rips their own clothes off. Зачем сдирать одежду и бросать ее, сдирать одежду и бросать ее в лесу? Looks like a hunter's quarters. Ой, медведь. Здрасте. Да, мне нужно срочно оружие новое, ребят. Вообще не катит такое. О, тихонько. Ой, прям по квесту, да? Оборотень лучше. Ну, это типа одно и то же, ликантроп. Ремонтка, отлично. Нужен ключ. Загадочные записки. Я тот, кто я есть. Этого не изменить, этого изменить не в силах. Рубахи, сотканные собачьи петрушки и эликсиры из слез девственницы помогают в бабушкиных сказках, но мне они не помогут. Пора с этим мириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы проходят и уходят. Я прихожу в себя с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню. Может быть, оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука – это одно. А рвать ее... А, понятно. Короче, Неллен это и есть он, типа, или что? Добычу стрелой из лука — это одно, и рвать ее клыками, когтями. Но здесь, глубоко в лесной чаще, я не причиню вреда людям. Милостивая Мелителли, береги заблудших в этом лесу. Ключик нужен. Оборотень, человек, перевоплощающийся. Понятно, вы там обсуждаете, да? Гермиона Грейнджер. Хорошо, неплохо. Неплохую цитату нашел. Кровь едва высохла. Его сюда притащили. Интересно, откуда? А, нихонько. Почему, почему? Стоп. О, другое дело. Готика несравнима. Ван Лав не зря же смотрел потного Гарри. Я его миллион раз уже пересмотрел, мне кажется. Просто миллион. Так, что мне здесь говорят? Меня будут встречать или нет? Обыскать логово. Кажется, только кроме брони ничего такого мы не нашли. Кто там у нас подписался? Карлос Сигуана. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Ну и чё, я обыскиваю. Что дальше?
Я еще не могу понять, ну. Ничего не видно. Ни красных пятен, ничего. Володя, Final Fantasy 15 будешь брать? Скорее всего, нет. Могу только взять у вас постримить, если хотите. А, блин, понятно, дождаться ночи. Да-да-да, да, Гомер, спасибо, спасибо. Торможу, уже поздно. Ну, короче, там час где-то, да? О! Зря я, наверное, здесь стал, да? Давайте сюда отойдем, просто на стороночку, да и все. Давай. Ну, от него, кстати, ударов так посложнее немножко. Как-то не могу уловить странные удары какие-то. Я не успеваю тупо нажать даже на кнопку ворота во время его удара. А в смысле, он хилится? А почему он хилится, не понял? Ладно, Вов, пойду я спать, удачного стрима, до встречи. Давай, Макс, спокойной ночи, мы тоже уже будем скоро заканчивать. Приходи в ближайшее время, я думаю, завтра у нас будет стримчик. Доброй тебе ночи. А, Гомер. Я не могу понять. Что это такое? Ты что, серьезно? А почему, Гомер, почему он хилится так сильно? Как его убить в таком случае? Он просто нереально хилится по 50 хп. Я ему меньше наношу, чем он хилится. То есть вначале он не хилился, а сейчас он хилится.
Может его вывести отсюда, я не знаю. Может он тут хилится каким-то фигом. Использовать масло. Блин, он же до этого же не хилялся, нормально все было. Ой, блин, да это нормальная сложность. Какое масло, вы о чем, ребята? Ну и какое масло тут использовать? Трупоеды, проклятые. Даже не вампир и не призрак и не проклятый. Или кто проклятый? Ой, что попало, серьезно, блин. Реально, это же обычная сложность. Против волков. Это проклятый. Ну вот это мне сейчас, короче, валить за ингредиентом, типа, да? Волкобой, понятно. Где-то, короче, его искать. Ну, такое, честно. Ну, ладно, хорошо, если бы это была какая-то там сложность, ну, посложнее, что ли. Но я ж не буду... Ну, это ж обычная сложность. В чем проблема? Тут даже, наверное, этой травы, короче, лежащей просто так нигде не будет, по-любому. Я проходил просто без масла на обычке. А здесь просто какой-то я впервые реально столкнулся с таким реальным отхилом, просто каким-то невменяемый. А где сейчас мне эту траву искать в таком случае? Ну, тоже как-то. Ну, я пятый, он седьмой. Ну, такое, честно. Знаете, что я вот постоянно забывал, вот постоянно тупо. Насчет того, чтобы использовать пару умений. Никто ничего не хочет сделать. Блин, ну, то есть доступно всего лишь три клетки. Давайте тогда пару мощных атак все-таки выучим, потому что уже давно ничего. Скрафти лучше бомбу, ежели кинуть в него, он какое-то время будет регенить. А бомбу любую?
Сон дракона. Урон над огнем, пускай это указа кто-то сменяет. Бомбочку любую можно сделать. Где эти бомбы, я, блин, не могу понять. Просто танцующая звезда, сон дракона, картеч, все. Походу просто рановато и все, реально, ни рецептов, нифига абсолютно нет. Короче, пойдем мы отдыхать. Мне еще просто даже урона не хватает, тупо его пробить таким способом. Да ну да, вот я же тоже, в принципе, так думаю. Не, ну блин, немножко, конечно, на самом деле обидно. Два левела разница, в итоге такой максимальный реген, который, ну, просто удивляет. Да не то, что удивляет, поражает. Ты делаешь два удара, он два твоих удара восстанавливает за одну секунду. Это потрясающе просто, если честно. Опять я в эту деревню пришел, ладно, фиг с ней. Не знаю, почему меня именно сюда всегда тянет, но тут хотя бы есть этот. Полетим сюда. И будем, наверное, на этом сегодня заканчивать, потому что я уже реально устал, ничего не соображаю. С учетом того, что я спал буквально 3 часа всего лишь. Вот. Я всех очень сильно благодарю за помощь, за то, что вы сегодня были со мной. Гомер, Кейт Батори, Ктаур, Квинси, Виндреф, Гесов 1991. Спасибо вам всем большое. На сегодня мы закончим. С вами был канал No Game No Life. До скорых встреч.